По традиции, в День города в Старом Оскуле обновляют доску почета. Официального открытия стенда с фотографиями лучших коллективов и передовиков производства в этом году не было. Отказались и от привычных торжеств у администрации округа. Не перекрывали даже центральный перекресток. Свидетельство о занесении на доску почета вручали в Центре молодежных инициатив на торжественном заседании Совета депутатов. Мы по праву гордимся своим городом, в летопись которого вписано множество ярких страниц созидательной деятельности и трудовой доблести его жителей. Современный Старый Оскол воплощает в себе преемственность и верность славным традициям многих поколений старооскольцев. Примите слова благодарности за ваш труд и вклад в социально-экономическое развитие старооскольской территории, новых вам свершений, профессиональных высот и житейского благополучия. 60 свидетельств получили те, кто в минувшем году внес весомый вклад в социально-экономическое развитие нашей территории. Также председатель Совета депутатов Евгений Сагуляк и глава администрации Андрей Чесноков вручили нагрудные знаки новым почетным гражданам. Ими стали Валентина Котарева, директор образовательного комплекса «Лицей номер 3», и Геннадий Щербина, директор по развитию, председатель Совета директоров общества «Алтек». Медалью за заслуги награжден бывший заместитель начальника департамента ЖКХ администрации округа Александр Писаренко. Старый Оскол перешагнул еще один рубеж в своем развитии. В стремительном, бурном, молодежном. Эта энергия питает каждого жителя нашего города. Дорогие старооскольцы, я хотел бы сказать вам огромное спасибо за ваш труд, за вашу любовь к жизни, за вашу любовь к родному городу. Пусть в каждой семье у вас будет мир, покой и уют. Пусть каждая семья будет большой, дружной, как вся наша семья Старого Оскола, Белгородской области. С праздником, дорогие старооскольцы! Мира, добра и благополучия! Торжества продолжились на церемонии перед ЦМИ. Здесь глава региона Вячеслав Гладко вручил заслуженные награды старооскольцам, внесшим значительный вклад в развитие Белгородской области. Поздравить старооскольцев с днем рождения Оскола приехал губернатор Вячеслав Гладков, председатель областной думы Юрий Клепиков, главный федеральный инспектор по Белгородской области Ольга Гребнева и митрополит Белгородский Староскольский Иоанн. Каждый из них отметил особый статус Старого Оскола в 31-м регионе. Я от всей души поздравляю вас с днем рождения любимого города. Конечно, Старый Оскол – особенный город. И город... Сегодня это город-труженик, когда 429 лет назад он создавался как город-защитник на рубеже границ государства российского. И во все времена главной ценностью, как всегда, были люди. Сторожевые люди, военнослужащие, воины Староскольского полка, воины Великой Отечественной войны и герои-труженики, те, кто восстанавливал нашу страну, Старый Оскол после Великой Отечественной войны. Сегодня это один из самых динамично развивающихся городов. Это один из самых благоустроенных городов Российской Федерации. Старый Оскол – это город, где люди – это главный и настоящий потенциал. Потому что и металлурги, и работники пищевой промышленности – работники стройиндустрии, аграрники, учителя, врачи – все вместе строят город будущего. Я вас всех поздравляю с сегодняшним праздником. И от имени депутатов областной думы говорим, что вместе мы построим город будущего. И Старый Оскол будет лучшим городом в России. И когда сегодня мы с вами говорим о Старом Осколе, мы, конечно же, надеемся прежде всего,
что милость Божия будет со всеми, кто трудится и на ОМК, на Столинском ГОКе, кто трудится, как было сказано здесь, в пищевой промышленности и так далее, со всеми, кто строит замечательный город, любимый город. Тем более у меня в титуле он Белгородский Староскольский митрополит. Так что особо любимым мною. Я вас поздравляю с Днем города, который хоть и не столица, но и не второй. Главе администрации Старого Оскола губернатор вручил поздравительный адрес по случаю 429-й годовщины образования города. Здесь же состоялась церемония вручения государственных и региональных наград, благодарственных писем. Мария Шелепова, Дмитрий Желяков, Евгений Левошко, Евгений Сазонов, 9 канал.